продолжаем серию учебных фильмов. Наш новый фильм о монтаже напольного шкафа. В главной роли напольный 42-юнитовый телекоммуникационный шкаф, оптический кросс, модульный коммутатор и много оптических патчкордов. Начинаем с демонтажа дверей шкафа для удобства последующего монтажа оборудования. Далее нам необходимо разварить заведенный предварительно в шкаф станционный оптический кабель. Разваривать кабель будем в оптическом кроссе. Сначала заводим кабель в кросс. Далее приступаем к его разделке. Подробно разделку оптического кабеля мы рассматривали в наших предыдущих фильмах, но сегодня мы работаем с кабелем для внутренней прокладки, станционным. В нем нет гидрофобного геля, поэтому процедура разделки немного отличается. Сплиттером производим сначала круговой поперечный надрез, затем продольный. Снимаем оболочку. Обрезаем арамидные волокна, которые придают прочность кабелю. Стрипером-прищепкой снимаем пластиковый оптический модуль.